среду в Самарской области будет облачно с прояснениями, вероятность осадков невысокая. В дневное время 16-18 с плюсом, ночью 10-12 градусов выше нуля. В Сызрани ясно, днем плюс 19 градусов, ночью плюс 9, ветер северо-западный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, плюс 17 градусов. Дневное время, ночью 12 выше нуля. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь. Дневная температура 17 градусов тепла, ночью плюс 10. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 32%. Геомагнитное поле возмущенное. Малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.